Валерия Куденкова стала известной после того, как закрутила роман с шеф-поваром «Всея Руси» Константином Ивлевым. До поры до времени ресторатор казался образцовым семьянином. Константин Ивлев более 20 лет прожил в браке с супругой Марией, которая подарила ему сына и дочь. Однако весной прошлого года вокруг личной жизни ведущего шоу «На ножах» неожиданно разгорелся громкий скандал. Семейная жизнь Ивлева и его супруги Марии казалась идеальной, пока она не подала на развод, раскрыв измену мужа с Куденковой, которую назвала дешевой эскортницей и истомани. О том, что муж крутит роман на стороне, жену Ивлева уведомили доброжелатели посредством видео. Та не стала терпеть обмана и подала на развод, который проходил шумно и с разногласиями. Ранее женщина отметила, что поведение ее мужа шокировало всю семью, включая его родителей, которые долгое время не могли прийти в себя. Бывшие супруги делили имущество и детей, и в результате Константин оставил все Марии. А новую жизнь решил начать в компании Валерии Куденковой, которая младше него почти на 20 лет. Ивлев и Куденкова познакомились на Даниловском рынке, где Лера ела немытую черешню прямо из лотка. Привлекательная брюнетка поразила шеф-повара в самое сердце, а перемазанный ягодным соком рот только придал ей пикантности в глазах Константина Ивлева. Несколько месяцев назад Ивлев и Куденкова сыграли пышную свадьбу и обвенчались на родине молодой возлюбленной, в Тамани. Пара официально зарегистрировала брак в день Святого Валентина. Молодая жена Константина Ивлева не стала скрывать подробностей личной жизни и щедро наполняла аккаунт Инстаграма совместными фото. Вместе с любимым она переехала в новый дом в ближайшем Подмосковье, где стала обустраивать совместный быт. Лера Куденкова не скрывает, что в прошлом прибегала к услугам пластического хирурга. Девушке сделали ринопластику, коррекцию носа. До этого нос был массивным с тяжелым опущенным кончиком, а в результате стал тонким, изящным и почти кукольным. Куденкова осталась очень довольна итогом, и такое преображение явно пошло ей на пользу. Кроме того, Валерия делает уколы красоты. Противостоять мимическим морщинам и сохранять идеально гладкое лицо ей помогает ботокс. А пухлые губы и высокие скулы – результат контурной пластики, филлерами на основе гиалуроновой кислоты. Также девушку подозревают в мамопластике, так как ее грудь выглядит непропорционально большой для хрупкой фигуры. Однако на этот счет Лера пока не высказывалась. Она тщательно следит за своим весом, занимается йогой, предпочитает растительную пищу, и уже пятый год не ест мясо, придерживаясь особого режима питания. Девушка исключила из своего рациона картофель, макароны, пельмени, майонез, кетчуп и пакетированные соки. При росте 1,70 м она весит 57 килограммов. Константин берет пример с жены и тоже пересмотрел свой рацион, после чего заметно похудел. Валерия стремится расширять кулинарные умения и учится у возлюбленного приготовлению новых блюд, а также осваивает профессию журналиста и пытается пробиться на телевидение.